Бюллетени на предстоящие выборы уже доставлены по всем участковым избирательным комиссиям города. Специалисты территориальной избирательной комиссии распределили бумаги для голосования по всем участкам. Бюллетени имеют высокую степень защиты. Мы получили уже избирательные бюллетени. Нам теперь сейчас занимаемся, чем мы постнапросто все 53 тысячи избирательных бюллетеней, которые получили, пересчитываем, распределяем по участковым избирательным комиссиям, раскладываем то количество, которое необходимо им по закону. Ну и в ближайшие дни, поближе к выборам, мы, естественно, будем передавать уже участковым избирательным комиссиям избирательные бюллетени. В настоящее время установлены границы избирательных участков. Территориальная избирательная комиссия готова ко дню голосования. Напоминаем, что 14 сентября в предстоящее воскресенье мы будем выбирать президента Республики Башкортостан. Юлия Чубарова, Ильнур Аминов. Новости.